Шалом, возлюбленные! Привет вам из Индонезии! Возлюбленные, когда вы заходите в тупик и кажется, что из ситуации нет выхода, только Господь Иисус может дать выход любому человеку. А сейчас я приглашаю вас посмотреть историю, которая расскажет вам о Божьей благости, которая доступна каждому, кто любит Его. Поэтому приятного вам просмотра. Мне как обычно. Хорошо, сэр. Это началось в 89 году. В то время я занимался торговлей недвижимости в Сурбае. Я усердно трудился, работал буквально днем и ночью, занимался тендерами. Я работал очень усердно. Выбивался из сил, но так ничего и не зарабатывал. Я лишь чувствовал усталость, которая только накапливалась со временем. И вот, наконец, в 98 году в Индонезии случился экономический коллапс. Я проходил один процесс за другим и не сдавался. Я делал все, что мог, чтобы только выжить. Например, если я имел кафе, я сам вытирал столы, ну и так далее. Самое важное, я мог платить зарплату своим работникам.
что же будет дальше, я просто понятия не имел. Выше голову. Спустя какое-то время мне доверили управление агентством недвижимости. Когда компанию передали мне, в компании было только две машины, которые стоили меньше 50 миллионов рупий. Когда я взял компанию, то не знал, что мне делать. Я делал все, что мог. В то время я изучал любую информацию о компании. Не осознавая этого, мое состояние настолько ослабело, что со мной кое-что случилось. Два месяца я был беспомощным. Я много думал, и тогда я еще раз убедился в том, что ничего не могу без Бога. Как же я могу думать иначе? Доктор, который осматривал меня в то время, сказал, что я самый молодой пациент в Индонезии, переживший инсульт. И я подумал, Господь благой, и Он помогает мне выстоять до этого дня. Когда я выздоровел, то попросил людей, с которыми я работал, молиться вместе, и мы приносили все свои надежды в молитве. Хотя многим это казалось странным, или же они не привыкли к утренней молитве, которую я ввел в офисе. Я верил, что когда мы начинаем что-то с Господом, то открываются Божьи благословения. И правда, Господь дал нам много идей и мудрости, которые не имело смысла для человеческого разума. Но я продолжал верить. Я был послушен и выполнял волю Божию, хотя человеческому взгляду это казалось невозможным. После молитв Господь побудил меня купить участок земли. Его местонахождение было очень хорошим и перспективным, но риск был в том, если все пойдет не так, как мы планировали, то компанию ждут серьезные неприятности. Еще Господь научил меня не входить в долги. Я верил, что Господь все устроит. Время шло, мой разум атаковали различные сомнения и тревожные мысли. Что если я не получу хороший доход от этого вложения? Что будет с компанией и работниками? Многое волновало меня в то время. Я был весьма встревожен. Затем я увидел вмешательство Господа Иисуса. Я даже подумать не мог. Входите. Это было удивительное время. Я узнал, что земля продана по высокой цене. Продав треть участка, мы покрыли свои расходы, но остались еще непроданные активы. Тогда мы получили еще больший доход. Доходы компании росли из года в год. Я был в таком восторге. А в каком восторге был мой начальник, который думал, что компания обанкротится. Но это настоящее доказательство Божьего чуда в моей жизни. И оно продолжается. Господь ведет меня от одного проекта до другого, и это еще больше убеждает меня в том, что Божьи чудеса реальны. Я говорю аминь на то, что говорит пастор Ника. 2015 год — это год умножения чудес. Я действительно верю в это, и до сих пор переживаю это в своей жизни. Всякий раз, когда я выбираю участок для покупки, результаты превышают мои ожидания. И это удивительно. Это все больше и больше убеждает меня в том, что чудеса все еще окружают нас. Затем Господь принес в мою жизнь нечто новое. Мне было доверено строительство и управление отелем. Когда мне дана была эта ответственность, я, честно говоря, ничего не знал о гостиничном бизнесе. Но я сделал то же самое. Я начал с молитвы. До этого дня Господь позволил мне построить 36 отелей, и это лишь первая фаза постройки 60 отелей по всей территории Индонезии. Все это я получил благодаря водительству Господа. Мы верим, что через молитву и близкие отношения с Богом мы можем получить все, что Господь имеет для нас. Будьте послушными и следуйте за Господом, и чудеса будут происходить. Да благословит вас Господь Иисус! Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине.
А теперь я приглашаю вас принять благословение Слова Божьего, которое представит вам слуга Божий, пастор Ника. Janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkatmu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah kau Tuhan. Когда вы переживаете засуху в жизни, то дайте Господу то, о чем Он вас просит. После этого вы можете использовать это для себя. Когда вы переживаете неприятности, с вами поступают несправедливо, вас угнетают, ваш шеф или ваши друзья, не думайте о том, чтобы жалеть себя или отомстить им, но сперва дайте Богу то, о чем Он вас просит. Речь идет о благодарении. Это соответствует тому, что говорит Библия. Благодарите Бога в любых обстоятельствах, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Если вы будете это делать, то увидите необычные чудеса. Когда Бог призвал меня стать служителем полного времени, Он позволил мне пережить очень плохие обстоятельства. Когда все мои богатства иссякли, я влез в долги. Когда я был на пике трудностей, именно тогда я намеревался оставить свое призвание. Но внезапно Господь сказал мне: «Ника, в таких обстоятельствах тебе следует благодарить меня». Мне было сложно это сделать. Если честно, я не мог это понять и принять этого. Но затем я взял в руки гитару, и полилась песня из моих уст. Syukur hanya bagimu Tuhan,
sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Я пел эту песню в слезах. Я плакал. И я хочу сказать вам, если бы я не поблагодарил тогда Бога за мои обстоятельства, то сегодня меня бы здесь не было. Запомните, в благодарении есть сила. В жизни я пережил много необычных чудес. В прошлом я пел эту песню медленно, но сейчас я хочу спеть вам ее радостно, потому что верю, это не что иное, как гимн радости в нашей жизни. Во время голода Господь сказал Исааку: «Не иди в Египет. Живи в той земле, которую я выбрал для тебя, в земле Герар. И я благословлю тебя обильно». Когда Исаак начал все сначала в Гераре, Господь сказал ему сеять. Исааку было сложно это принять, потому что семена могли бы быть его пищей во время голода. Но Исаак послушался Господа и посеял то, что у него было. Так что же произошло? Библия говорит, когда Исаак посеял, то в тот же год он пожал во 100 крат, потому что Бог благословил его. Исаак стал богатым, и его богатство продолжало расти, пока он не стал очень богатым. Послание Господа заключается в том, что во время голода мы обязательно должны сеять. Сейте хорошие вещи, потому что вы также пожнете эти хорошие вещи во 100 крат. Возможно, когда мы сеем что-то хорошее, многие люди не принимают этого. Они угнетают нас. Но, несмотря на это, нам нужно продолжать двигаться вперед.
продолжайте двигаться вперед, сея доброту. И Библия говорит, если мы будем это делать, то в правильное время мы переживем необычное чудо. Мы будем благословлены с избытком. Скажите, кто из вас страдает от засухи и голода, входя в этот год? Я хочу сказать вам, что 2018 — это год новых начинаний, когда будут происходить необычные чудеса. Верю, что многие из вас хотят этих чудес. Если да, если хотите пережить их, поднимите свои руки. Я хочу помолиться за вас. Господь, Ты видишь эти поднятые руки, они нуждаются в Твоей помощи. Они столкнулись с засухой и голодом, но Ты обещаешь, что они переживут необычные чудеса в этом 2018 году. А теперь принимайте свое исцеление и освобождение. Принимайте восстановление, принимайте его во имя Иисуса Христа. Аминь. Возлюбленные, продолжайте верить в Бога. Его помощь никогда не опаздывает. Его сила та же вчера, сегодня и вовеки. Возлюбленные, принимайте обновление от нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня с вами был Билли. Kami taruh iman kami di hadapan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Besar setia-Mu Kurang.
setiamu.